В Славянке близится к завершению строительство физкультурно-спортивного комплекса. Сдача объекта запланирована на весну текущего года. Славянский ФОК, строительство которого было начато в конце декабря 2018 года, станет самым крупным спортивным объектом Хасанского района. Более того, спортивный комплекс – самый крупный спортивный объект, построенный в Приморье за последние годы. Сдача объекта в эксплуатацию должна была состояться в декабре 2020 года. Однако объективные обстоятельства внесли корректировки в запланированные сроки. Главным обстоятельством, сказавшимся на сроках окончания работ на объекте, стала пандемия коронавируса. Ее негативное влияние строители ощутили уже весной прошлого года, когда рабочие из Китая после празднования китайского Нового года не смогли вернуться в Россию и продолжить работу на стройке. Стоит отметить, с этим обстоятельством, дефицитом рабочей силы, столкнулось большинство приморских подрядчиков, работающих в сфере строительства. И если в Славянке дефицит рабочих на стройплощадке вскоре был восполнен, то ускорить поставку высокотехнологического оборудования на строящийся объект было невозможно. Так, к примеру, поставка лифтового оборудования состоялась лишь после ослабления ограничений на границе, вызванных пандемией коронавируса. Также обстояли дела и с поставкой оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха. Оно изготавливалось в центральных регионах страны по заказу из импортных комплектующих. В силу этих объективных обстоятельств потребовалось дополнительное время на проведение проверки качества и приемки как самих строительных работ, так и работ по установке высокотехнологичного оборудования. После получения всех разрешительных документов объект будет сдан в эксплуатацию. В 2020 году в новый спорткомплекс было приобретено оборудование на сумму около 5 миллионов рублей. Однако этого недостаточно, и вопрос оснащения ФОКа оборудованием остается открытым. В 2021 году администрация Хасанского района подала в Министерство спорта Приморского края заявку о выделении финансирования на приобретение недостающего технологического оборудования. Спортивный объект уже имеет свое название – «Олимп», которое было определено в ходе народного голосования, проводившегося в официальном аккаунте администрации Хасанского района в сети Instagram. После ввода в эксплуатацию «Олимп» станет центром культурной и спортивной жизни района. Здесь разместятся спортивные секции, творческие студии, кружки по интересам.